В B-чат. Я просто пишу все И для что? чата. Пока что Ты подожди. застрял в чат. Мне надо, если никто не будет мешать, это буквально 10 минут. Ой, дурак. Это кто сделал? Это громко, прям противно, фу. Кто это был, нахуй? Если ты не отзовешься, нахуй, я занесу, я тебе клянусь, тебя не возьмут ни в одну фракцию на Фениксе. Это не я тебе реально говорю, серьезно, я даже не так. У меня даже не такой микрофон четкий. Саня, тебя не возьмут больше ни в одну фракцию на Фениксе, поверь мне. Я со своими Почему? связями За могу что? договориться об этом, За потому что я что? говорил этого не делать здесь, нахуй. В смысле, я вообще сидел, у меня Дискорд лагает, блядь. В смысле, я? Ладно, сиди тихо. Преступление и Я, блядь, сижу наказание. нахуй в мобиле играю, блядь. Сразу, блядь, на меня, нахуй. Иисус, блядь. Саня, что это за микрофон? О, четкий, хорошо слышите. Наушники, блядь, охуенные. Как называется? Хуй знает как. Ой, понял, принял. Принял. Задело. Да, поехали, начинаем. Переносим все из багажника. Что я Мои пойду машину машины. подходил, я пойду машину подходил. Так, мои машины. Мои машины ложим. Манок. А чё брать-то Они надо? могут Или вообще зареспаунить да, тебя? ПРП просто берем. ПРП Патроны, берем. БРП, Патроны и наркотики берем. Можно же Так, можно? одинаковую тегровку чистить? Да, так мне надо пару раз все это заскринить. Паш, Слушай, так. не играй, стойте, стойте. Паша, не играй этот слэш-ду. Вообще слэш-ду не играем. Сейчас откатываем, ничего не берите пока. Ждем. Левей. Ну, у меня пока чат пройдет, блядь. А, ну все, ладно, откатил, заебись. Давай, типа подходит к складу, там, загребает патроны. Что это такое? Каждый по-разному, типа, загребает патроны, берет патроны. Ну, наш склад, типа, склад. А, реально обратно, да? Отойди, чепухай, я не могу зайти. Дайте, зачем тебе становиться, блядь, стань рядом просто. Да, берем. Берем. Так я не могу, вот это стоит. И что то, что я стою, блядь? А я нет. Наконец-то. Достать патрон. Патрон, Зачем тебе? патрон. Он глупый или что как? Он Так мы глупый? берем, мы реально берем все. А, да? Я думал, просто ПРП ебанем. На нас будет облава. И несем ко мне в машину. А что такое облава, еще раз? Да. Это когда мусора заваливаются, всех арестовывают. Чё, реально, что пос... когда это будет? Скоро. А во сколько? Возможно, у нас тоже сегодня. УКН точно. А что это нас А всех где твои арестовывают? машинки? Сент-Кинги вроде бы его два. Идем. Чё? Сейчас. Понесли, ребят. В смысле, нас что, реально арестуют? Пошел рофлить сейчас? Я не хочу Нет, сидеть. если мы все вынесем и в карманах ничего не будет, то нет, побежали за мной. А почему у тебя Сент-Кинг цвета Украины? Ты что такое, а? Объясняй, Паш. Хохла видно сдалека. А ты чё, политик? Вы не можете открыть багажник чужой личной машины. Восклицательный знак. А, да, точно, ПРП. Слышь, ми подошел подошел. Мое нахуй. Положить патроны 2000. Положил. Ящик.
Наркотики тоже ложим, если ты это брал. А, я наркотики не брал, забыл. Положите патроны. Опа. АСК можно брать минимально, максимально. А в смысле у вас есть столько патронов? Смотри, сколько есть, сложи. Все в кармане нахуй останется, блядь, 2000. Погоди, подожди всех, снова придем, отыграем. По одному не убегайте назад. Положите все. Ну я наркотики сейчас. Я не взял эти патроны. Это... Блядь, машину закроет, там сейчас, блядь, какие-то долбоеба спиздит нахуй. Это МакГрант. Ты кого бомжом назвал, слышишь? А, ты тут? Это что, админ? Это админ. Да пацаны, нет его тут, всем похуй на админа, если он здесь, пускай выйдет нахуй, делаем свое дело. Пойдем, да нету его тут, пошли, вы заебали нахуй. Ян, тебе сказали ничего не брать пока, дурак. ПРП я сейчас возьму, короче, пройду. Я второй раз не взял. Подошел. Я это в РП. КРПшка. Ты знаешь, сколько этот скин бомжа стоит? Около, ну, короче, овер очень. Вроде запрещен, когда даймонд за скины бомжи вообще, типа, это ничего. Открой это вообще. Ой, это как его? Открыт. Это кузов. Я первый раз не положу. Я приду, откроюсь. Я сразу и нарко возьму. Сколько максимум нарко можно? 500. А как называется хуйня для наркотиков, блядь? Диплок. Как? Пакетик? Нет, ну типа не пакет. Что, че, блядь, в пакетике 500 грамм возьму? Ну да, ну, если... Там, ну, типа... наркотиков. Я, блядь, я в маленьких пакетиках в карман закидываю. Выходите на улицу. Жопу собаки запихаю, блядь, и перетаскиваю. Хуль тут непонятного, нахуй. Что ты, блядь, бомбишь, дурак? У меня просто голос такой, блядь. Я машинист-инструктор, нахуй. Ну, я понял, даже там с прямобасами для своими. Ах, вообще нет столько наркотиков. Да погоди, выходите. А, уже нету, блядь, наркотиков. Нахуй. Пацаны, я беру, блядь, долго дрочите там внутри, выходите быстрее. Один хуй я уже заскринил. Подождите. Блядь, убейте нахуй этого долбоёба. А, все, наркотиков нет. Это самое. Кто-то еще сотку наркотиков брал там. Я не брал наркотиков. Достал паспорт из лифчика, ну окей. Давайте я положу патрон. А тут тоже места вроде для патрона нету. Ну тогда оставлю себе. Патронов закину. Что-то у нас так мало патронов было. Так, значит, наркотики 1600 грамм. У кого-то еще? Еще здесь. Ложите. ПРП тоже отыгрывайте, как ложите. У тебя еще и патроны. А у тебя машина, блядь, есть, чтобы нахуй положить 70к патронов. Ну, у меня 5 штук, блядь, это этот самый. Это 40к. Не, еще забираем. Ни у кого больше нет ничего? У меня есть. Нету, пусто. У меня есть. Ты у меня еще 2к. Да подожди нас. У меня 2к патронов еще, Паш. Ну вот тут, блядь, багажник. Пацаны, я потом их буду считать, чтобы не было проебов. Я понимаю, что все просто любят патрончики, блядь. Но если будет недостача, я расформирую полностью состав. Ну, я не без шуточки. У меня еще 996 патронов. Ну вот, потом положу другую машину. Это плата. Не, за плату сейчас тупо с пыров ебальный получишь. Либо с машиной, как говорится.
Пошли. ПРП, не ПРП. Блядь, где ебаная Легия? Ты еще и Легия? Ну да. Ты шо, дурак? Легия, Легия, туризма, хуизма. Сколько стоит Легия? Не знаю, мне похуй. Хуя. Легия Санфейра, пошли балыш в турик. Паша, тебе машина надо, нет? Нет, у меня есть 5 штук. Бомжиха бежит сюда, бомжиха бежит. Ты ложи, я закрою. Все. Погнали, я еще заберу. Бля, Ян, ты такой дурачок. Я к вам, а я к вам. Кать, нам канистры. А, патронов же. Ежедневная рулеточка. Бронзовая прокруточка. Опять крутим, крутим, вертим. Опа. ПРП берешь, дурак. Опа, 7 тысяч. Блять, вы загребаете, пока не говорю, это хуёво. Янчик, ты брал уже? Че? Да. Да, вон, со Степаном они взяли. Ян, ложи назад, короче, иди на набор, сейчас нам этот Соня откроет свои машины. Так, а смысл, пускай я просто потом положу. На какой набор, ты что, дурак? Хорошо, давай, делай. Мне делать? Да. Ебать, тут народа прибежало. Набирайте, набирайте еще по РП. Я взял ее, отыграл. Мы что, обратно все кладем? Паш. Не-не-не. За мной иди нахуй. Просто мужик. За мной нахуй иди. 2000 иголок. Отсчитывай так. Обязательно там пилишься все эти дела, да? Что обязательно? Перстень обязательно брать? Ну, да, да. Ой. Блять, боже. А чё это хантлик? Неважно, чё это хантлик, ждите. Собрались, не бегайте, собрались. Ко мне все подбежали, пойдём. Туризма заполнять будем. Опа, 803 только могу положить. 803, все, положу. В багажнике нет местных патронов. Так, у меня осталось... Сколько? 1197. Пацаны, могу открыть свой багажник. Сейчас в Sony заложим. Берем снова, можно уже без отыгровок, хватит, 9 скринов есть. Сейчас без отыгровок берем, выбегаем, ложим по машинам. Ну, блядь, залагало. Клинкурт, ты встал, ёбаный покос. Что там, блядь, что там малышка шепчет? Лич.
нормально, ну ты пройдешь эти штрики. Пиздец, сколько-то у меня патронов. 1197, значит, 700 патронов. Пацаки быстрее двигаются. Все, немного. Ты что катаешься? Вот 2 патронов еще. Подожди, сколько? 1990. Блять, открой! Клим, открой-ка свой багажничек, проверим нахуй. Дениска, ТРП, имя? Да. Дениска. Чё, у него одна машина зафулена. Опа, пойдай. Клим, ты взял патроны и поехал по делам. Ты такой, блядь, интересный парень, сука. Мне эти патроны за свой счет покупать, нахуй. Умники, ебать. А он не в Дискорде, он не в Дискорде. Еще патроны берем. Я уже, я сказал просто заранее, что я все буду считать, потому что это хуйня, это слив складу, ебать. За такой бан дают. Ну, не за то, что я делаю, дают бан, а за то, что кто-то там спиздит что-то. Бан не дадут, но через СПГ занесут. Не-не-не, это не так серьезно. Типа 2000 патронов спиздить, допустим, или 8000, это хуйня. Хотя 8000 уже весомое тело. Ну, где тело? Так, сколько там у меня? Не могу, блин, сколько патронов было? Что здесь? Сейчас ждите, она начнет дальше грузить. В дом влазит 20к, да? Да. Ян, блядь, имена из он больших души, блядь, заебал на. Отвали от меня. Это Ян вообще неграмотный, блядь. А места нет. Ну, там вот заходим уже, Санкинг. Так, Паша, Саня, Влад, Степа. Ждем, пока он следующий багажник откроет. Давай, блядь, в обычную машину положим, и сразу заберем спирина. Ага, в обычную. Так, мы, это не РПшка, на нас, может быть, облава будет, понял? Типа, мне хули скрины эти. Скрины мне нахуй, типа, скрины просто, ну, как, ну, дополнительно к тому, что мы это делаем. А вообще надо, чтобы там нихуя не было. Уже масса нестарых инструментов. Не надо, вы эти машины, в которые я сказал, мы ложим патроны, а не куда-то кому-то. Охуенный багаж. Блядь. Да ёпта, блядь, опять патроны никуда не поместились, мои патроны, короче. Еще один она открывает. Откуда вы столько машин задрали уже? Богатый Паша, блядь. Паша, дай денег. Подарил тёлочке машины, как говорится. Быстрее, пацаки, выбегайте, может. Ложите патроны. Так, я сейчас отойду на пару минут, патроны пока не беру. Еще буду. Я похавать возьму. Степа, машина у тебя есть? Да, есть. Хантли. Одна, да? Где она находится?
Она в кустах там слева. Сейчас в твою ложу. Пацаны, а чего можно на 90 подарков купить? Подарки. Да нихуя. 90 подарков это 90 тысяч. Ой, стоп, 900 тысяч, да? Да-да. Ложим, добиваем в Сони в багажник. Блядь, какого хуя? Там... Пиздец. Еще... 2998 патронов к Сони в багажник. Тише. Паш, занимайся делом, нахуй этого бомжа. Пидораски эти конченые приедут, ФБР охуеют от того, что нечего предъявить. Дебилы, блядь. Блядь, съебал нахуй, да, он конченый, блядь. Я поставил возле Софы тачки, свою тачку, да. Короче, с открытым багажником, фульте ее. В розовый Хантли 998 патрон. Так, я тут. Да-да-да. 2000 патронов. Черный Хантли заполняет. Вон там Степа, Степа его открыл. Так, Паша, пошел нахуй, пожалуйста. Нихуя себе, мы 17 тысяч патронов заебемся таскать. Мы уже, как бы, мы у нас было 70. Вот вижу. Я имею в виду, что хуй куда поместится, блядь. А, ну если не поместится, эти все, я найду еще место. Тут, короче... Причем не бич кара, а именно что-нибудь такое охуевшее. Давай, закидывай. Закинул? Кидайте, пацаны. Сколько там еще патронов осталось? Да еще есть. Паш, кидаешь, нет? Отлично, значит, смотрим. 8. Нет лишения отказа. Еще 13к. 24. Тихо. Вот так, у нас 24 тысячи. Так. Здесь, значит, 32 тысячи. Здесь 40. Здесь 48. Здесь 56 получается. 56 тысяч. Там еще 13к. У меня на руках. Ёб вашу мать. Так, сейчас, подождите. Значит так. Паша, у тебя машина есть, нет? У меня мотик только. Нахуй ты мотик. Так мотик же можно ложить вроде. Если он только там багажник есть. Нихуя там зачерпачу надо. Секунду. Пока что выгрузите из карманов то, что у вас есть. Вот в общак опять скиньте все, что у вас есть. Угу. Паша, пиздуй, тоже скидывай. Забей на бомжа, я ему скажу внутрь. Так, положить патроны 2000. Это кто это бегает? Уберите, Алик, кто-нибудь вот этого. Не убивайте, только никого не убивайте. Хотя бы. Ну, вы его кладете обратно. Слышите? Что такое? Нахуй вы кладете обратно. Смотри, получается, да, надо положить обратно для того, чтобы я мог просто хотя бы посмотреть, сколько у нас всего есть. У нас было 74, плюс мои у меня уже были в багажниках. Там в одном багажнике полный был. Но я хочу просто посмотреть, сколько у нас всего. И понять, сколько мне надо еще человек, чтобы они привели машину еще. Лила, ты РПМе? Нет, это долбоёб. Отказ? Лил памп. Ну типа, ну пускай... Подожди, стой. Если он нормально играет, а он уёб еще, он не умеет РП играть. Отказ. Так, Серега РВРС, это гостник, нахуй. Можете ПТ дать. Пошел нахуй. Так, ребят. Все положили назад патроны? 17 тысяч. Кто гостник? Где гостник?
Серега Эрверс, ну не трогай. Мон он скринит вообще, видишь? А это не он был? А с чего вы взяли, что Гос? Я его видел в Гос Эрверс. Эрверс, вся семья Гос. Это Блейзер. Как его зовут? Как его зовут? Серега Эрверс. Я сейчас его отвлеку, типа, чтобы он... Ян, молодец, продолжай собеседование. Не надо отвлекать, хуй с ним, Янчик. Ты продолжай собеседование, тут справляешься, молодец. А остальные выходим тогда на улицу и начинаем отжиматься по РП, нахуй. Блядь, меня какой-то хуй хуярит, помогите, блядь. А если, блядь, я по РП, блядь, жиробас 300 килограмм? Что делать? Долбаю. Отлично, бомжов чуть-чуть карпешит. Пожалуйста, мой ID. Ну еще более 300 уровень. Мы воры, да, мы ОУЕшники. Но типа это не значит сучиться, он типа пиздец. У бомжа все сотка диглы, у него сила 100, выносливо 100, мускулатура 100. Да похуй, типа, ты принимай не поэтому, ты принимай потому, как он типа это самое, отыгрывает. У него 32 уровень. Значит так, еще 8000 влезет в мою элегию. Со мной не надо ехать, наверное. У кого тут быстрая дохуя мотоцикл? О, поехали, Паш, что на твоем мотоцикле? Где у тебя? Да я прокачусь, попробую. Сейчас мы приедем, еще 8000 положим ко мне в Олежку. Разобьется нахуй, блядь, кто ФСР. Бомжи дырятся. Поехали. Скажи, Паша. О, в смысле, у него скин бомжа, он стоит в другой организации. Значит, он в ФБР. Я слушаю. Блядь, нахуй ты мне деньги переводишь? А забустить стильбой что-нибудь сделают или нет? За что? За абуз стильбоя. Это что такое абуз? Абузить, типа, прокачивать его? Ну, как бы. Да-да-да. Дадут, нахуй, варн дадут тебе. Бля, хуёво. Я просто нашел всё... фишку. Ты, короче, ты подходишь к груши, нажимаешь ПКМ и Shift, и F. И типа ты не бьешь, груша не скакивает, но типа тебе засчитывается, типа, как скилл это. В очки идут. Паша, нам не нужна медкарта в организации.